игра получилась для нас. Кроме третьего периода так и выделить-то ничего. Но выиграли 3 очка. В принципе, будем готовить к следующей игре. Тоже тяжелая игра. Спасибо. Ну, имели в первом, во втором периоде хорошие моменты забить голы. К сожалению, не реализовали их. Нахватали удалений, что со СКА делать нельзя. В итоге, поражения. Тянуло ли удаление Дерникова, раз это произошло? Ну, знаете, мы решение судей вообще не обсуждаем. Алексей Анатольевич, с чем связана плохая игра в третьем периоде? Ну, во-первых, я думаю, что соперник добавил. А во-вторых, очень много оборонялись, да, обороняются одни и те же игроки. Накапливается усталость. Еще вас Кузькин в последних матчах выйти в тот свой теперь, да, оцените выйдет, пожалуйста. Ну, вручалось сегодня. Что еще хотите меня услышать? Ну, у нас есть график, по которому они идут. Нельзя ли нюансы уточнить? Нельзя. Нет. Почему я должен что-то говорить? Да. Шипачевым что? Не знаю. Увезли после второго, сейчас пока неизвестно. Алексей Анатольевич, сегодня Спартак официально лишился шансов на плей-офф. Как будет мотивация со следующих матчей? Ну, это уже как бы официально, да, а по сути это уже давно происходит. И, ну, конечно, сложно мотивировать ребят. Очень сложно мотивировать ребят. И еще и в предыдущих матчах такое количество поражений, наслоений, все это очень тяжело. Стараемся как-то поднимать их. Олег Валерьевич, ну, первые 2-3, как вы сказали, не очень хорошо играть. Ведь лучше, чем вы объясняете то, что получилось? Сложно настроить на «Спартак» команду, которая действительно не влечет? Ну, я не думаю, что так сложно настроить. У нас, мы тоже, вот, коллега сказал, мотивирует, да, на каждую игру тоже. Потому что у нас тоже ситуация. Мотивировать надо на каждую игру. Ошибки не в свою игру стали играть, во-первых. Ну, если так разбирать, там можно много нюансов сказать, но, в принципе, сейчас это смысла нет. Олег Валерьевич, вы сегодня раздевалки не ошиблись, все-таки много. Не ошибся, наверное. На финишной прямой уже регулярный чемпионат. СКА на первом месте, ЦСКА не так далеко. Вот сейчас есть возможность так или иначе, ну, побороться за первое место, не отдать его армейцам Москвы или, ну, какие-то другие варианты. Скажем так, для СКА сейчас задача не взять этот регулярный чемпионат. Ну, мы на каждую игру выходим на победу. У нас, к сожалению, сейчас травмы пошли. Вот мы сейчас едем играть с Торпедо. Следующая игра у нас. Все, у нас 4 звена больше нет народа. Вот это вот беспокоит меня вот так. А так? Сейчас Паша еще уезжает у нас. Он говорит, если Шипачев будет серьезный, кого вы будете на его место? Ну вот как сегодня мы играли. У нас вот. Не знаю пока. Может быть, Коскина. В смысле, Коски рано. Да. У нас Коски. Один и второй Коски. А что, не в центре.